процессу по воде, который сейчас прошел, что выиграли эти самые, что это не правомочно было повышение цен. Как вы будете смотреть на местах это? Будете вы поддерживать народ для того, чтобы отменить эти? Конечно, будем поддерживать. Потому что народ, я думаю, навряд ли. А почему? Потому что я еще раз рассказываю. Только же рассказываю, еще раз рассказываю. Возьмите газеты, 1500 гривен сегодня стоимость украинского газа. 16 миллиардов мы добываем. Я знаю. Но не прошлый президент, нет, не хватает смелости. Потому что сегодня кто газ добывает? Добывают частники, в том числе олигархи. Они есть. Послушайте, власть центральная должна сегодня принять решение. И для населения сделать меньше. У нее есть такая возможность. А мы сегодня пытаемся спасти Нафтогаз, его дырку финансовую, уравняв промышленный и для населения газ по 7200. Что бы мы там ни говорили, но Азаров боялся этого сделать. Он и не сделал.